В Мангистауской области прогремел взрыв на магистральном газопроводе, после чего начался крупный пожар. В небо поднялся огненный столб, который было видно издалека. Несмотря на то, что до ближайшего поселка Бинео 3 километра, взрыв и пожар напугали жителей ближайших районов. Все произошло ночью. Красное зарево и языки пламени были видны издалека. Огонь уничтожил стоявший рядом экскаватор. Сколько газа успело сгореть, не уточняется, но экологи уверяют, что никакого вреда окружающей среде не нанесено. Обошлось без жертв и пострадавших.